Прошла уже целая неделя после того, как я узнал, что в Майнкрафте начался зомби-апокалипсис. Я поднабрал немножечко ресурсов и выстроил небольшое укрепление с подвалом. В подвале я буду пробовать экспериментировать, чтобы сделать вакцину и спасти Майнкрафт от зомби-апокалипсиса. Ну а сегодня меня ждет очень важная миссия. Я начну его спасение. И первый, кто у меня в списке, это Компот. Вкусная морковка, так теперь нужно быстренько сделать себе сырой говядины и нужно собираться в поход. Сегодня у меня очень важная миссия, я должен спасти Компота любой ценой, мне это необходимо, потому что уже прошла целая неделя, я просто только создал щиты и свою конру, в которой сижу. Нужно кого-то спасать, немножечко еды я вырастил, немножечко... Даже это нашел в деревне соседей. Ну, в общем, так, ладно, хорошо. Так, жареная свинина у меня есть. Теперь собираю оружие, вылаживаю все необходимое, а беру все самое необходимое. Так, пистолет, нужно взять патроны. Хорошо, что я научился делать целевые патроны. Вот, кстати, бутылочка, все, что надо. Так, ладно, еда я взял, бутылочку с водой взял, все как надо. Так, еще я нашел в деревне свою крутую и мощную винтовочку. Да, и это у нас гарант какой-то, я не знаю. Еще ни разу с нее не стрелял, просто нашел в деревне. Как раз протестим. Так, дорога нелегкая, нужно собраться. Да, я уже пытался, конечно, провести эксперимент, но что-то пошло не так. Не получилось дать вакцину, а получилось так, что зомби просто умер с голоду. Но ничего, я придумаю вакцину, мне нужно выбраться в город. Но для начала мне нужно спасти Компота. Потому что чем дальше, тем сильнее они мутируют, и тем меньше шанс спасти их. И поэтому так, все, собираю еду, оружие есть, все есть. Так, ничего не забыл, вроде бы вода есть, все есть, да, патроны, так хорошо, все есть. Отправляюсь в путь, потому что дорога очень долгая. Я создал компас и примерно понимаю, куда идти. Но перед началом я потренируюсь с новой винтовочки. Это был очень важный день для Майнкрафта, ведь с этого дня начинается мое спасение. От одиночества у меня уже начинает ехать крыша, и я не знаю, что делать. Начинаю разговаривать с кем-то сам с собой, но... Я должен спасти Майнкрафт любой ценой. Так, господи, уже стемнело, ничего не видно. О, зомби, стоп, подожди, откуда здесь зомби? Это же лес, здесь нету зомби. Так, о, подожди, что там? Черт! Так, перезарядка. Так, ладно, спокойно. Где-то должна быть река. Где уже эта чертовая река? Так, ладно, хорошо. Я же все четко расчертил. Где-то должна быть река. Зомби, так, подожди. Так, ладно, хорошо. Откуда здесь зомби? Я просто не понимаю. Так, ладно, так. Черт, они уже два раза меня цапанули. Мне нужно срочно найти вакцину. Мне нужно срочно спасти Компота. Так, подожди, опять зомби. Черт, откуда они берутся? Так, там кто-то есть. Там кто-то бегал. Я вижу еще одного зомби. Так, ладно, хорошо. Нам нету времени с ними драться. Зомби? Прямо передо мной появился? Что за фигня? Так, ладно, хорошо. Что это такое? Перезарядка. Фух, так, ладно. Слишком много патронов уходит. Но! Так, слишком много зомби. Так, аккуратно. Слишком много зомби. Так, ладно, хорошо. Спокойно. Что это было? Так, ладно. Мне нужна срочно река. Что это? По непонятным причинам в темном лесу оказались зомби. И когда я шел по своим вроде бы просчитанным координатам, я наткнулся на какое-то старое здание. Но радовало всего лишь одно.
там есть радиовышка, с которой я, по идее, могу как-то связаться с выжившим. Так, ладно, хорошо. Что это за здание? Радиовышка. Это может сыграть мне на руку. Так, ладно, хорошо. Надо его прошуршать. Это, видимо, какое-то очень старое здание, и здесь явно не должно быть этих зомби. Так, а, подожди! Что это такое? Так, зомби, 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 зомби! Ай, аккуратно, аккуратно, аккуратно! Фух, так, подожди, я не ожидал. Еще один зомби! Так, ладно, хорошо. Они повсюду, где только не были. Наши жители, люди Майнкрафта, где только не были, они повсюду. Так, ладно, хорошо, старое заброшенное здание. Ничего примечательного, лодка. Это мне тоже сыграет на руку, ведь по реке будет быстрее. Так, ладно, соберу с собой лодку. Отлично, лодка у меня есть, и это просто прекрасно. Так, здесь что-то может быть, может какая-то пища или вода. Ну, патроны? Это патроны 7,62 на 25, это что-то тяжелое, это такое как автоматное. Но всего лишь патроны, оружия самого нету. Так, сундук, водичка, отлично, слушай, это просто идеально. Так, ладно, хорошо, ППШ, это явно какое-то очень старое и заброшенное здание. Отлично, настает уже утро, уже целую ночь в пути. Так, ладно, хорошо, нужно как раз на утро посмотреть это здание. Пустые полочки, какая-то кастрюля. Фу, это кастрюля с грибами. Здесь как будто кто-то обитает. Сундук тоже пустой. Все пустое. Здесь я вижу, есть второй этаж. Нужно его разведать. Так, ладно. О, черт, здесь очень много зомби. Вот это неожиданно. Как раз оружие протестировал. Здесь самое странное, это то, что они не горят. Они не горят на солнце, и это очень удивительная мутация. Воу, здесь что-то явное, какое-то очень странное здание. Так, ладно, хорошо. Уже утро, и это радует. Не так страшно, не так темно, и это прекрасно. Так, не получается добраться к сундуку. Черт, только патроны выстрелил. Ну ладно, пусть будет, он наверняка пустой. Фух, радиовышка. Скажи, что ты работаешь. Здесь кто-то пытался недавно добраться к ней. Здесь был выживший, он пытался добраться, но его сожрали зомби, которые находились здесь. Так, ладно. Оу, здесь серьезная шифровка. Я не знаю, как эту шифровку расшифровать. Господи. Ладно, хорошо, нужно запомнить координаты этого здания, а в дальнейшем прийти сюда и воспользоваться этой вышкой. Сейчас мне нужно добраться как-то к компоту. По реке это примерно еще один день плыть, но ничего. Так, ладно, когда я сюда заходил, я видел здесь еще какой-то подвал. В подвале явно что-то неладное, ведь в подвале не бывает что-то хорошего. Так, спокойно, движемся, так. Воу, так и знал, зомби, хорошо, это зеленые твари, которые здесь засели. Получайте. Так, ладно, хорошо, и вот так вот. Так, больше ничего нету. Это просто разрытый подвал. Ладно, хорошо, мы нашли лодку, а значит, что нужно отправляться по реке домой. Ой, домой говорю, к компоту. Нужно отправляться к компоту, господи, у меня уже кружится голова от всего этого. Так, ладно, где моя лодка? Мы нашли много воды, и это просто прекрасно. А сейчас в лодку и к компоту. Фух. Наконец-то остался последний этап. И самый сложный. Найти компота и привести его в свое убежище. Фух. Господи, я уже потерял надежду, что все-таки я правильно... Точнее, неправильно посчитал координаты. Фух. Вроде бы доплыл. Это должна быть именно та деревня. 100%. Я надеюсь. Так, ладненько, спокойно, я не знаю, что в этой деревне. Может, компот тоже выжил и сделает небольшое ограждение. Может, мне даже не придется его спасать, и это даже лучше. Так, хорошо, что он не в своей деревне, потому что его деревня находится хрен знает где. По последней информации я знаю то, что он наведуется в деревню 24, а это именно деревня 24. И он должен быть здесь. Если его здесь не будет, это будет фатальная, просто фатальная фиаско. Это будет такая ошибка. Ладно, Винчи, не переживай. Так, автоматы перезарядили.
Вроде бы все чисто, слушай. Так, хорошо. Ох, яблочки, картошки. Это сохранилось, отлично. Какая-то слишком уж тихо, что-то непонятное здесь. Здесь явно что-то не так. Очень тихо, ну очень тихо. Так, ладно, хорошо, еще хлеб, отлично. Слушай, и хлеб есть. Ой, водичка. Так, сейчас надо немножечко попить, а то я захекался. Класс, так, ладно, хорошо, нужно искать компота, потому что сейчас не до водички. Так, ладно, хорошо. Вот вижу еще дом. Так, чуть я не пойму, как она здесь устроена, эта деревня. Так, вот сюда мне надо или куда? Так, вот, наверное, сюда. Здесь тупик. Так, ладно, хорошо, ничего не понимаю. Пока что я просто ничего не пойму. Так, хорошо, вот вижу кузницу. Так, ладненько, спокойно, спокойно, двигаемся по деревне. Зомби пока что не видно. Может, здесь и нет зомби, может, здесь все хорошо. Я не знаю, но я думаю, есть. Так, хорошо, вот это вот так вот. Не подходи, не подходи. Так, ушли, ушли отсюда, зомби тупорылые. Так, ладно, хорошо. Здесь больше никого нету. Во, какая деревня крутая. Ай, ой, зомби, зомби, зомби. Так, ладно, хорошо. Упустил момент, отошли от меня, отошли. Так, вижу еще зомби, ушли, сдохли быстро. Так, ладно, продолжаем, продолжаем. Фух, так, убили зомби, слишком много зомби только что было, целых 4 штуки. Вот еще зомби. Так, ладненько, главное, что все спокойно, чтобы они, не было их слишком много. Я представляю, а, тихо, зомби. Фух, я представляю, если я примерно где-то найду выход в город, что там будет твориться. Если это деревня и здесь мало зомби, да, в городе это просто ужас. Так, ладно, хорошо. Винчи, тебе нужно найти компота. Блин, что-то я не вижу компота, я уже полдеревни обошел. Неужели компот не здесь? Так, ладно, хорошо. Зомби, слишком много зомби, и я обожаю это месиво. Отошли, сдохли быстро. Ну, давайте куски гнилого мяса, а? Все, да? Эти все... Эх, а раньше это были добрые жители, а сейчас это яблочко, хлеб, ну, нормально, неплохо. Сейчас это зеленые мутанты. Так, ладно, полдеревни облазило, компота-то нету еще до сих пор. Мне нужно найти компота и срочно отправиться в мое укрепление, где я смогу разрабатывать вакцину. Так, ладно, хорошо, нужно найти компота, неужели его здесь нет? О, вижу зомбаков здесь много, ну что, давайте повеселимся. Патрона у меня достаточно, так, на всех хватит. Ладно, так, где же компот? Ну ты должен быть здесь. Так, а может он здесь как раз за листьем засыпал его? Так, компот? Житель! Это выживший житель! Фух, выживший житель, не переживай, я тебя заберу с собой в свою крепость, в свой бункер, не переживай, все нормально, не нервничай. Фух, ура, я нашел хоть кого-то живого! Подожди, это что, укус зомби или что, я не понял? Так, ладненько, хорошо, посмотрим уже в конце, как кого ты превратишься, так ладно. Фух, где компот? Я не могу найти компота, ведь он должен быть здесь, я не понимаю. Так, здесь... Тоже пусто. О, здесь изумрудик есть. Хорошо. Ценное золото. С него я смогу сварганить хоть какую-то вакцину. Это крайне крутые ингредиенты. Подожди, зомби. Фух, блин, как они задолбали. Бьют-то больно-то, а? Так, ладно. Уже начинается скоро утро. Но я все так же... А! Так, тихо, зомби. Зомби, зомби, зомби. Фух, так, ладно. Ничего нету. Господи, последний домик остался. И когда упали уже все практически надежды найти компота, случилось это. Ах, кажется, я уже не найду ничего. О, господи! Компот! Компот! Слушай, подожди! Не рычи! Не рычи! Компот, все хорошо! Слушай, что с тобой сделали? Тебя тоже покусали, компот, спокойно! Спокойно, компот, это я! Это я, компот! Ты меня должен услышать, компот, это я! Ты меня знаешь, я обидчи, я твой друг, компот, подожди. Слушай, ай, черт, что ты творишь? Так, ладно, просто иди за мной, компот, я тебе помогу. Просто иди за мной, не рычи. Вот, держи яблоко, пожалуйста, иди за мной, спокойно, все. Спокойно, компот, ты все еще наполовину живой, я знаю, пошли, компот, я должен тебя вылечить. Фух, мы должны спасти Майнкрафт, компот. Главное, чтобы все было хорошо, тихо-тихо, компот, не надо, не рычи, все хорошо. Двигайся за мной, компот. Иди сюда, двигайся за мной. Я должен делать... Ай, господи, компот, спокойно, спокойно, я тебя прошу.
Хотелось бы улыбнуться, но компота, к сожалению, укусили. Меня вышло его найти, но он уже наполовину зараженный. У него слишком мало времени. Мне нужно что-то думать по поводу того, как исправить это. Но самое главное, я его нашел. И сейчас я отправляюсь в бункер, чтобы его спасти. Но я даже не подозревал, что ждало меня на пути домой.